но приятный объект старины. Уходим, может быть, с Савского рынка. Да, выболтался я просто. Самое не могу. Ну чем, друзья, вас еще развлечь? Вот, кстати, игрушки. Вот, ё-моё, точно такие же, как я покупал. Ну не точно такие же, похалтурнее. Киоск с игрушечками. Кайф. Вот вам и тема еще одна. Значит, у нас была барахолка. Как я в детстве говорил, холка, холка, барахолка. Вот она и тут есть. Слава тебе, Господи. В общем, холка, холка, барахолка. И там, значит, все барахло, барахло, барахло. И попадалось, то есть на всю барахолку, там где-то три попадалось киоска с отдела с игрушками. И у меня, мы туда ходили очень часто. Она была прямо за березовой аллеей, рядом с домом 17А, Петрова 17А, 53, мой адрес, в Йошкар-Оле. Привет тем, кто сейчас там живет, совершенно не по праву. Вот, и там были игрушки, я даже потом покажу, какие я там купил игрушки. Я купил там старинные машинки себе. Я купил себе там охеренный трансформер. Первый. Робот первый. Из мультфильма с трансформера. Или как-то он там назывался. Слушайте, я сейчас пытался это пересматривать, и я ничего не понял. Вообще, а это, в детстве я смотрел это с увлечением. Там какой-то сюжет был. В общем, офигеть. Вот, вы понимаете, то есть на барахолке было вот. Ну там вот, я не знаю, да, я, кстати, помню, там где-то было три длинных ряда двух сторон с одеждой. И всего вкрапления у них были такие три. Я помню прекрасно. Три киоска с игрушками. Два были крутые, и один похуже. И вот так. А это суть старая Марина. Так что глядите. У меня уже камера почти разрядилась. Вот тебе, пожалуйста. Для блогерства нужен еще второй аккумулятор.